Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на интересную модель от фирмы Menck, бронеавтомобиль Rolls-Royce на Первую мировую войну. Броневичок очень интересный, использовался с 1914 года вплоть до начала Второй мировой войны. Использовался на разных фронтах. Использовался как на Восточном фронте, так и в Африке. Как видите, такая вот матовая коробочка. Довольно интересный буксарт. На боковинках коробки видны варианты цветные раскраски данного бронеавтомобиля. Цвета краски, которые предлагает фирма Menck. Коробка небольших размеров, и даже вот здесь видно, что бронеавтомобиль использовался в Египте в 1942 году. В коробочке можно сделать два варианта бронеавтомобиля: на широких колесах и на узеньких колесах с дисками со спиц. Набор довольно интересный и несложный. Как видите, вроде бы коробочка и маленькая, но литниками заполнена полностью. Хотя в наборе всего лишь 4 литника, запакованные в пакеты. Корпус броневика, колеса и фототравление с декалями. Сейчас все распакую и будем рассматривать все подробно по отдельности. Начну обзор с корпуса броневичка. Видите, модель будет не очень крупной, размером с ладонь. Довольно неплохое литье. Все очень хорошо сделано. Даже вот такие вот защелочки. Клепка хорошо сделана. Здесь тоже такая вот клепочка. Хорошо, интересно, все отлито. Качество литья на высоком уровне. Даже рассмотрим, друзья, вот в наборе идут резиновые покрышки. Покрышки сделаны очень грамотно. Как видите, питатели с внутренней стороны покрышки. И что это нам дает, друзья, что нету никаких швов пресс-форм. Нету никаких следов от питателей. Чистая гладкая покрышка с протектором. Очень умно продумано. Набор состоит из 4 литников. С 2 одинаковых. И как видите, все очень хорошо сделано. Деталей в наборе немного. Труда при сборке данный набор, я думаю, не составит. Модель интересная. Особенно для тех, кто любит Первую мировую войну. Хотя и броневик подойдет и под Вторую мировую. Литник с элементами колес, покрышек, дисков. В наборе 2 штуки таких литника. Кому интересно рассмотреть поближе, в конце видео будет фотосессия.
набор свежий. Конец 2018 года. Да и фирма Мёнк вообще славится своим качеством изготовления, своим литьем. Проблем у меня не возникало с данной фирмой никогда. Очень хорошо отлито вооружение, пулеметы. Мелкие детали хорошо проработаны и отлиты. Декаль. Плата фототравления. Качественный лист-вкладыш с цветными изображениями, с цветной раскраской, чтобы было легче подобрать краски, подобрать цвета и сделать модель по вашему желанию. Литник с прозрачными деталями. Ну, здесь только элементы стекла фар даны. И небольшая инструкция. Инструкция в виде книжечки. Что очень приятно, в инструкции есть даже русский язык. Очень хорошая, подробная схема сборки. Очень хороший принт. Все подробно, понятно. Отпечатано. Сама модель вроде бы и небольшая, но инструкция довольно плотненькая. Как видите, можно собрать два вида колес на бронеавтомобиль. Мне, конечно, больше нравятся широкие. Всего лишь 18 этапов сборки. Набор небольшой, довольно интересный, и я его могу спокойно порекомендовать начинающим моделистам. Если кого-то заинтересовал данный набор, вы можете заказать его и купить на сайте магазина «Я моделист». На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Дальше будет фотосессия.